прошлом году Мурата Нолчаджиоглу приписывали роман с моделью Яной Беляевой, с которой его застали в одном из ночных клубов Киева. Недавно же стало известно, что Яна счастлива с другим молодым человеком, а экс-супруг Ани Лорак проводит время с некой Самией Ахметовой. Сейчас пара наслаждается отдыхом в Испании и делится совместными фото. Жизнь становится настоящей и удивительной, когда вы находите человека, который испытывает с вами те же чувства и также смотрит на будущее, подписал он один из снимков. Поговаривали, что именно Самия стала причиной расставания Нолчаджиоглу и Лорак. А сегодня появились пикантные подробности о прошлом новой пассии бизнесмена. Анкету Самии нашли на зарубежном сайте проституток, где опубликованы ее откровенные фото для привлечения клиентов и цены на услуги. Девушка значится на ресурсе под именем Юлия Ахметова. После такого разоблачения многие решили, что Самия – вовсе не постоянная спутница Мурата, а временное развлечение. К слову, пока Мурат и Самия не комментируют горячую находку журналистов, да и Ани Лорак не до амурных дел бывшего супруга. Она занята собственными новыми отношениями, звезда счастлива с продюсером лейбла Black Star Егором Глебом. Недавно она прокомментировала роман. «Теперь не задерживаюсь на шумных вечеринках. Всегда помню о том, что надо быстренько бежать домой, ведь встречать рассвет надо с любимыми людьми. А любимый человек всегда со мной», — заявила она публично. Напомним, поклонники Ани переживают за нее, ведь о Егоре ходит не очень хорошая молва. «Ани Лорак, у меня новая жизнь. Мы прожили вместе 3 года, а потом расстались. Все-таки разница в возрасте сказывалась, он по-другому относится к жизни, хочет пожить для себя, все попробовать. Когда Егор стал надолго пропадать, я поняла, что-то не так. Мог уехать на неделю в Одессу, оставив меня одну с малышом. Не чувствовал ответственности за семью. В один прекрасный день он собрал вещи, а я сказала, да, так лучше, потому что пока ты со мной, я рассчитываю на твою помощь. Лучше уж полная ясность», — рассказывала экс-супруга Глеба, певица Татьяна Решетняк. Фото Инстаграм Эскортофорум.